уже это, думаю, что ну, люди как бы знают, что там можно панельчик подстопать. Натуре. Мы не можем быть хуже богов, потому что у нас есть масс-рез. Сообщение дня гильдии нужно. Есть масс-рез. Да. Синтез злобный, учет. Где есть? Ну не резнули нас. Бой резнули, нас не резнули. Пристабав. Так. Так. Помпы мы держаем на этом. Сейчас это, стопайте, урон сейчас слизень будет. Слизень убьем и добьем уже. 84% у босса. Сейчас готовьтесь, там в кучку соберитесь. Я пошел пиздить слизня. Давайте, братцы, опять. Я забыл его замедлить. Синтек там меняет доты и хоты, потому что у меня раги нету нигде. Сейчас, короче, зеленого не буду замедлять на зеленом враге, нету красного замедлю только. Потому что что, красного второй раз замедлю, сейчас быстро убивайте зеленого. Прекрасно, да, получается? Да, я сейчас красного бейте, я красного второй раз плюну. Можешь пока босса пиздить. Ничего страшного. Пельмени. Да, пельмени. Хуже. Синтек, меня хоты, пожалуйста, враги нету никакой. Я хотую, я хотую, ёлки-палки. Пельмени. Пельмени, ага, смотрите. Блять, звонят. Красный вышел, красного убиваем. Я
title cast. Берегитесь. Пельмени. Зеленый выйдет. Зеленого башню быстро. Title cast. Берегитесь. Там сколько боссов? 49. 46. Все, я запомнил. Красный появляется, красного убиваем. 38. Что там сейчас лужи еще будут? Нормально. Давайте красного убивайте, урон пока подстопите. Чуть-чуть совсем. Добивайте красного и переводите босса сразу. Сейчас я это. Переводите босса. Убегает красного. Зеленого убивайте быстрее. Квадрат все сбегитесь, пожалуйста, чтобы человек один стоит. Иду уже допивать. Красный сейчас переказ будет делать. Отбегите от красного, все далеко убегают, сейчас переказ будет делать. Мне нечем замедлить. Все хорошо, блин. Берегитесь. Ну сука, вот в танке я вижу нахуй каст. А в этом не вижу почему-то. А, сейчас будут эти колбы, миричники подъебало, зайдите аккуратно. А, сейчас колба скинет. Колба выходим. Вот что, 4, да, стака уже? Берегитесь. Забрал. Ага. Чё за хуйня-то, блядь, алё? Ладно, нахуй, пробуйте добить. Берегитесь. Прохильте меня, пожалуйста, блядь. Я босса попробую забрать. Дим, сдаем. Орган. Надо кому орган? Ты сейчас принесов, да, с Анной? Поезд.
Так, мне обратно, да, спека за хила. Да, обратно все. Хотя там войд пока в танке. Нет, ну да, без спека за хила себе. Всегда как я хотел, он съебался куда-то. Где шептер? Подойти поближе. Надо тебя видеть. Чем могу помочь? Встаньте, братья, и уничтожьте наших врагов!
Долго, блядь. Синтек, бомж, ты где? Сверните меня, пожалуйста. Я же умру сейчас, ну. Блять, я заебался ману пить. Вы два друида, даже три, не можете нервейты давать. Заля ману не можете кидать. Я заебался. Я пью, вы вот пулите, блять, а я в это время ману пью. Да бичи, потому что, блядь, на друидов. Вы даже на меня не смотрите, что я постоянно практически сухой. И мне что говорить постоянно? У меня мана, да. Дайте ману, дайте, пожалуйста, как сищу просить, что ли? Все привыкли, что ты жесткий хил, нахуй. Все даже думают, что тебе не нужна мана, ты без маны хилишь. У меня синтек риснул, я отпивался ману. У меня 50 тонн маны, ребята. Это 2 ГКД, блядь, этих ебаных отжоров, фуловых, еды. Два раза отъедаться мне надо, чтобы все это отожрать. А вы иди бежите, пулите, пулите. Вам похуй, вы не смотрите на мою ману. И... Ну, клятва не восстанавливает. Фу. Он частично, часть, одну треть где-то восстанавливает, и все. А теперь меня спрашивают, что у меня? Я вот сел, я вот сейчас вот после вот этого палка фулового, считай, мы с начала лестницы, я в сухой был. У меня ни один из вас не кинул инер. А потом я сел, начал пить ману, конечно, ну что, блядь, у него хп мало, он уходит у меня дота. Со мной вот есть еще ШП, мог еще кинуть у него, что-нибудь мог сделать. Или мне вообще вот досуха, блядь, все. Куда мне, чем лечить, блядь, просто? Палкой, блядь, словами. Три друида, блядь, три, блядь, а толку ноль. Сколько вы, потому что? Я не уронил его, я после боя сел пить, потому что у меня ноль было. И чё мне, ну, а вы чё сидите, блядь? Вообще... Даже никто не кинет, ничего не сделает. Я не буду говорить, что мне мана нужна. Это ваша задача, у вас энервейт. Это вам дали механику восполнять ману. Это вы должны следить за рейдом, у кого мана, кому сбивать. Я, у вас два хила, блядь, в рейде. Неужели и три друида не могут следить за двумя хилами, сколько у них мана? Я не должен кричать постоянно или макрос писать, блядь, дайте мне ману. Ну, бред. Я хочу спокойно сейчас просто поиграть, не кричать. У меня не было 15 миан, у меня было 0, я только сел, 2 тика прошло, я не стал его лечить, просто отпивался. У меня 50 тонн маны, блядь, ёб твою мать, мне восполнять и восполнять. Ты мог подлечить, у тебя инцеха есть, у тебя все есть. Вы друиды тоже можете хилять. Вы гибрид класса, блядь. У вас тоже, вот ты говоришь, три кнопки. У вас тоже не три. Ну, три кнопки тоже. Научились старфолы свои хуярить. Но, а у вас еще хилки есть. Вы гибрид класса. Вы можете и лечить, и дамажить. Что, забыли, что у вас хилки есть? Ладно, все, лирика. Надо убивать. Синтек давно, он риснул меня, и все там стоит. Он сейчас побежал. Задолбал этот синтек АФКшить. Да, у него какие дела? Синтек, что у тебя там? Что за это? Морковку он ищет, куда засунуть. Да нет, блядь, там... Беги быстрее. Еду что-то приготовили, не сказали. Ты либо нахуй идешь, либо мы тебе нахуй компьютер заберем. И, короче, меня отпиздили, дали еды, вот. Другим. Девки отпиздили, дали еды. Сложно, пиздец. Да я не жру нихуя. По мне не скажешь.
Ну, короче, я потанчу этих. Стой, подожди, мне... А, блядь, я в хиле, да? Да, в хиле. Ну, тебе энерви отдавать паладину, больше ничего. Давай. Подожди, так у нас три хила. Да, спекайся сову, я по хиле. Вот у вас две совы, короче, один подбивает, одна сова подбивает с той стороны комнаты в квадрате, вторая сова подбивает со стороны черепа, и третья маг, подбиваешь вот здесь со стороны крестика. Соответственно, босса держишь примерно в черепе, в центре. Маленько правнее его поставлю. Где-то вот тут, вот, короче, держишь босса. Хотя, хуй, нахуй я объясняю, там же, блядь, шарит. Ты на шариках сидишь или кто? Кто из вас? Там на шариках злобный друид, синтек и маг. Синтек, он, смотри, злобный встал, синтек по центру, а маг со стороны креста. Готовность. Войд Фьюри не подтверждает готовность. Понятно. Еще раз, блядь. Че тебе надо? Так он убежал, его здесь нету. Где вообще он есть? Вон, смотри на карту. Смотрите на карту. Ясно. Одного бича ждали, теперь другого. Ребята, это... нам Менчара надо спасать. Да, не, просто человек пишет, что нахуй весь рейд пол АФК, и сам нахуй пиздил куда-то на двоих. Ну, типа, либо вы специально это делаете. Совпадает, ну да. А вы сами же время тянете. Справедливо. Мордауна, тебе пояс нужен? Какой? Ну там спа падал. Аспропа, пояс. Да, я его лутанул. Если он типа тебе нужен, я тебе его дам. Да я его сейчас я потом. Пристабав, дайте, пожалуйста, по рейлю. Ну, я не знаю, типа, 14 рейтинга хосты терять, получить 15. Ну, там это, блядь, хитьте людей, нахуй, чтобы никто не умер, блядь, пожалуйста. Что-то помирает. В кинетике, соответственно, подбиваете. Далеко. Так, там 200, там воронка еще, аккуратнее. 200 тысяч агра на боссе есть, но этого мало. Что там у нас? А, у нас злобный умер. Синтек, поднимай злобного. Сука. Кинетику сзади подбейте, а то мне сейчас отбросит со всеми сферами и пизда, блядь. Сразу. Геру дали, да? Курю, хорош! Два туда. Ха-ха.
Empower cortex spread out. Не, насчет мана говорить, нет? Не, у меня и на КД, я себе сам дал. Еще два инера. Помимо твоего, там еще два инера. Бейте, бейте, кирсет. Стец, вы хапаете дома. Я шелы нажал. А дороги не дотягивать. Там кто-нибудь подлечите, кто в диапазоне. Дайте ману аккаунт. Ноль, там эндеров нету, там можешь. А у нас нечем тебе резнуть ману. Тут уже надо добить просто кирисета. Ладно, сейчас шаглим. Кирисета. Первый. Вот на воронке не отлетаете, блядь. Чё, блядь? Ну чё, убили, да? Ну конечно убили, блядь, тут нахуй. Убили сферу, заебись. Не убили сферы, нахуй, а просто вся пачка сфер, нахуй, полетела, блядь, туда, к боссу. И какое чувство, как будто кто-то, блядь, не знаю, нахуй, что не произошло. Дайте на мужика, хули. Что, лежим? Кого ждем? Сейчас как встану. А, ну да, пояс 8. Ой, пояс 7 не нужен. Идем трэш. Трэш-то бить идем, нет? Триста бафы дайте опять же. Раска.
Че, спекнуться в танка? Вольт вроде посильнее сова. Да, вообще, без разницы. Тут тебе надо в хере быть, а войду танчи. А Мордаун туда мажет. Хорошо, давай так. Важно. Кинем, что так. Ну, в идеале, если... Ну, в идее, должны вдвоем прохилить. Если не прохилите, Мордаун то спит. Или сразу тебе в ДЦ остаться. Че, вы прохилите вдвоем? Да, должно успеть, да. Он, ну, Масуха как раз. Давай попробуем оку под боссом, да и все. Там вообще точно ну, должно. В десятке больнее намного. Ну, очень больно бьет. То есть может шотнуть. Ну, последние разы, когда пробовал, шотало. Прямо. О, окей. Иннер заливайте. И все. Видите, половину ману залить, Иннер, не жалейте. Бедный Вадикун. Я забыл шмот переодеть, блядь. Ну, кнопку снимать. С папком сразу выбегайте, чтобы это меньше урона у того рейка. Сейчас будет пакт через так. Синтекс сдох, блять. Зомби поднимай синтека, БР по нему закидывай и Иннер по нему. Надеюсь, у тебя есть. Ага. Давайте катает. Шектор. Чиль сейчас сильнее. Шектор бежит, синтек потеет, блять. Там чё с уроном у нас это? Мордаун, ты что-то шмот не поменял, что ли? Чё, да чё я забыл, совсем у меня в голове это вылетело. Пиздец, так. Конечно. Кусай там кого-нибудь, кто дамажит хотя бы. Укушу Серджу. Ну там укусите злобного Серджу и Гера давите потом. Прохильте, не хочу отдавать сейв, блин. Ладно. Масс сейв, блять. БР, если есть, поднимайте. Ну это лайк, на. Залупа, нахуй. Чем так выпьем на все просто? Ложимся? У меня сейчас просто Мордаун в ДЦ с некой убьем. Дай диван кому-нибудь. Это уже мертв, точно. Как ты дашь диван? БР его и пусть диван дает вот там. Ладно, бегите. Я встать могу и резнуть. Это Минчар. Мы что, Минчара проебали? За минуты. Мы уже не успеем. Там главное начать, по-моему, в эти 7 минут. Успеем 6 минут, давайте. Масрез. Я, господи, это лобочки сделать. Никаких обычек. Что ты там? Приятного аппетита. Спасибо. Да, спасибо. Да я не тебе, Синтек. Ах ты, пидор. А я тебе, Синтек, приятного аппетита. Спасибо, спасибо. Хоть ты бичара, блядь. Да.
Будет есть саппорт. Обмен войду за саппортом. Беги, 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 заходи туда в комнату, она все выйдется. Будет три хила предлагает. А мы и так сейчас будем бить три хила. О, заебись. Давай мордаунт хила тогда. Да я уже срался. Хорош. Так, за СПД флаской кому обмен? Войду. Он пулить пошел. Как обычно. Неважно. Лишь бы фласку не давать. А что, сейчас куда больше не сняли можно? Пристабаф. Блин, фу, пристабаф, да. Синтека, это у тебя игрушка какая-то или что это за это? Это... Я... Ну, я пью пиво, короче. Понял. В принципе, можно не спрашивать лишь. Да. Это вот, если ты пивоваром стал, у тебя есть карточка члена клуба. Это простите, а где мой месячное пиво? Я что-то понять не могу. Что? Месячное пиво мое где-то пропало. У меня была карточка клуба. Он просил, наверное. Какие-то вещи странные. Я не на сельджу. Нет, месячное пиво. А, месячное пиво, блядь. Да. В Аргримаре. Вот когда ты телепортируешься в Аргримар, там снизу, на первом этаже, члены клуба, идешь к вендору и пьешь. Ну, выбираешь, там типа каждый месяц обновляется. А, если я думал, мне на почту мне скидывать будут. Нет, если в течение года, типа, все пивные напитки Мордаун, попробуешь... Мордаун, беги. Пизду, я шовы на хлондаун. У нас не будет сейва нахуй на следующую фазу. Аккуратнее тенниси. Пакт. Я не понимаю, откуда столько урона, блядь? Да дохуя нельзя в куче стоять, грыжа дистанцию, наберите, это десятка здесь шотает нахуй. Какого хуя вы под боссом стоите? Я же вначале сказал, говорю, наберите ебучую дистанцию нахуй. Теперь БР раздавайте, у кого там один есть какой-то, дайте по этому, по сэджу пусть. А, понятно. Держу водикона поднять. Какой водикон? Ну, Гера, не знаю. Ну, понятно. Так. Расхильте. Сейчас будет фир, там, антифир мордаун на себя повешу, если не повешал бы этого. И человека, на которого тени кинулись, водикона с диспельте, чтобы он там не помер. Все, давай массакру шектор и бабл нажимай, понятно, где кнопку сдох. Сейчас будут тени, с фактами сбегайтесь. Тени на хурике. И укусы через 5 секунд. То есть кто-нибудь к курюку подбегите, чтобы он вас укусил, блядь, он тени выносит. Там смотрите, Мак и Седжу, кто-нибудь из вас.
тебя 4 да, человека. Да, сейчас встану, подбегу. Все, сейчас подходите, Геру, давай я тебе давай дамажку. Геру, ага, Гера мертвая лежит, ну. 3 минуты до БРа, блядь. Без Геры бьем тогда. Человек, который у нас бегает, там, прохиливает. Смотрите, раскусывать будете через 40 секунд, если не добьем. Кусайте всех, и танков, и хилов, без разницы. У вас всего 6 человек, 4 человека, у нас всего 8. Злобного очень буду кусать, пойду. Готовьте, сейчас да, раскусаю. Сейчас будет взлетка, я ШВ нажму. И главное это, феры. Высыпать. Куда, Валю, блядь? Как апак? Вы чё, ребят? Блядь, я же... Давайте я не мне... сдохните, блядь. Понимаю. Сильно нахуй. Бля, мордаун пощады. Да я, блядь, не ебу вообще, я, блин, подбежал к злобному. Начинаю кусать его, нихуя не кусается. Так я укушен самый я первый. Да не буду, вы не видите, что ли, кто укушен, кто нет, что ли. Блядь, тут всего 10 человек. Фреймах настройте, а... чтоб видеть дебафы, блядь. Ну, у нас РТ в 16.30 вообще, нет? Ну, вообще отдохнуть. А, в 16.00. А, нет, в 16.00. Пиздец, сложно, нахуй. Устали, блядь. Мне вопрос, а вот у меня мне стоит вопрос, рядом фрейм, я посмотрел еще. Кто такой интересный пытался меня укусить? Меня самым первым, ладно, укусило. А так там... вот, я смотрю, что вот у меня... Мардаунт, у него не настроен, да. Значит, дебаф. Я посмотрел еще заранее, вот у меня этот слева участник рейда висит. Я по нему посмотрел, не...